Сейчас будет вопрос у вас. Откуда у меня деньги на сигареты? Наташа дала мне деньги, чтобы я купил, пошел разных продуктов, и в том числе себе. Я спросил, можно я сигареты куплю? Она сказала, можно. Причем она сказала, даже можешь дорогие купить. Ну, я ей купил эти СНИП, или как он там, ну, короче, электронные, когда она, потому что она попросила, на бумажке записала. Короче, сейчас в зоопарк, там я встречусь с одной, с которой у меня ничего нет, у нее есть дети. Она меня позвала в зоопарк, она оплачивает, ну, сказала, что она оплатит, и посоветует по поводу работы мне, и даст мне антидепрессант флуоксетин, который выписывает мне по рецепту психиатр государственный. Ну, даст 10 капсул всего лишь. Но этого хватит, по крайней мере, на вторую неделю. А Сбербанк, короче, там такую хрень мне впарил, что типа карточка теперь только, если ты 5000 потратил в магазинах, не на перевод кому-то, а в магазинах, то ты не платишь в месяц 150 рублей за карточку. А до этого впаривали мне, что если у тебя 20 тысяч будет и плюс 20 тысяч плюс на карте, то с тебя не будет списываться 150 рублей в месяц. А потом мне сказали, что на самом деле это отменили, там нужно 5 тысяч в месяц тратить. Короче, какая-то хрень. Да, здесь в Москве, короче, все курят. Очень много курильщиков, я не знаю почему. Даже в своем городе я такого не замечал. Я думаю, потому что стресс и тяжелый труд. По 12 часов работают на ногах. Я сейчас должен быть в зоопарке на работе. Ой, в каком зоопарке? В зоомагазине на работе. С 9:30 до 10 вечера. Но меня не взяли. Это очень печально. Можно попробовать устроиться в другие магазины этой же сети зоомагазинов. Только на метро придется ездить. А метро денег стоит. Когда Наташа позвонит, спросит, где я скажу, что я в зоопарке, потому что эта девушка обещала мне на работу, с работой помочь и флуоксетин, который выписывает мне психиатр, дать. И что деньги я перевел, короче, тебе через карточку сдачу, которая была с 5000, которую она мне дала. Всю сдачу перевел. Хочу найти урну, чтобы выбросить сигарету. Короче, позавчера, когда у меня был вот этот негативный опыт с этой мошенницей, наркоманкой, если честно, я вообще отвращение испытываю ко всему этому и никогда не буду наступать на те же грабли.
А вот урна. Да, здесь урны везде есть. Ладно, спасибо за внимание. Сейчас я ее жду. Она на метро едет.